Я так спустилась, а здесь на самом дне оврага решетка есть. Все, поднимаюсь. Все-таки хочу белого гриба. Грибочек. Ау, грибочек, ты где? Грибочек, ты где? Ищем. Ну, решетку нашла. Конечно, есть, появились. Есть белые, прекрасные нашли подосиновики, нашли подберезовика, нашли маслята. Значит, места. Вот сейчас я иду, да? Это места белого гриба, решетки. И такие вот места любят и польский гриб. И маслючок такие места любит. Ну вот, да, это маслючок. Видите, рядом, показываю вам, лежит кора сосны. И такой же цвет у нас и маслючок. Маслючок. Кричу. Красавец. Да. О, маслючок. Опять красавец. Ну, мы в основном маслючки любят. Молоденькую соснинку и мох. Да, а вот здесь вот интересно. Я говорю, здесь старая сосна. Старая. Возле старой обычно встречается белый гриб, решетка, польский гриб. Ну и вот видите, да, и маслята здесь тоже растут. А подосиновики и подберезовики, они любят местность вот такую вот и траву. Вот они растут, ты идешь, трава, травка. Вот здесь любят расти. Это красный листик, друзья. Это красный листик, я не один раз тоже. Раз так, они похожи. Вот такая, они любят влажность высокую и любят вот такие вот места. Почему в нашем регионе очень мало подберезовиков? Потому что здесь песчаная почва, и подберезовикам не хватает влаги. Да. Поэтому здесь. А вот мы жили в Хмельницкой области, да, именно тот регион, туда, в ту сторону. Там чернозем, там больше влажность повышенная. И там очень много. Мы так заходили, именно там мы нашли. Заходишь, присаживаешься, что без травы тебе видно было. Так присел и смотришь. А эти грибочки, как грибочки, выглядывают. Да, продолжаем охоту за нашими зонтиками. Охота за зонтиками, но нашли уже белых много. Нашли прекрасные, красивые подосиновики. И вот я увидела прекрасный шиповник. Как пройти мимо? Мимо не пройдем. Шиповник, это все прекрасно знают, заставляет работать почки. Поэтому сделаем чай. Все, друзья, заканчиваю свой эфир. Пишите мне комментарии, кто какие любит грибы. Кто умеет какие продукты с них готовить. До новых встреч в эфире. Хорошего вам дня.